O dată în plus vreau să mulțumesc Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove pentru... Я благодарю митрополию Молдовы за любезный жест, за то, что она предоставила 1000 доз спутника ВИ. Таким образом, вакцинацию смогли пройти все желающие получить именно эту вакцину. Ион Чибан отметил, что во время двухдневного марафона были созданы все необходимые условия для бесперебойного процесса вакцинации. Луна, которая авенит, тот алфост абсолют вакцинация и фартерепи. Все, кто пришел, были вакцинированы очень быстро, были обеспечены все условия. Люди расположились в тени. Я распорядился предоставить все необходимое, начиная с палаток, скамейки, туалеты и более 8000 бутылок воды. Напоминаем, что в Молдове кампания иммунизации стартовала 2 марта. На данный момент вакцинировано более 680 тысяч человек. В Кишиневе две дозы получили 257 тысяч человек.